Волонтеры семей инициировали необычную акцию безопасности. Они призвали горожан вместе бороться с открытыми канализационными люками. Идея очень проста. Житель, обнаружив открытый люк, фотографирует его на телефон и высылает на страничку волонтерского движения. Фото и адрес, на котором расположен опасный колодец, волонтеры отправляют специалистам ЖКХ. На акцию, которая началась после несчастного случая в Астане, откликнулись многие жители. На сегодняшний день, благодаря проекту, уже были закрыты более 20 ям. Погиб мальчик, провалившись в люк. После этого вот наше волонтерское движение «Лидер КИЗ» совместно с семьей онлайн решили организовать такую акцию, чтобы предотвратить гибель детей, населения в нашем городе. Акимат отреагировал на эту проблему, поддержали нас, и ведутся работы.